Друзья, всех приветствуем. Это «Вечерняя Москва», рубрика, которая называется «Перекличка столиц». Вот в этой рубрике я, Юрий Катков, и очаровательная Татьяна Сергеева путешествуем по различным странам и нашим, вот в этих самых странах, задаем иногда достаточно интересные, а иногда и провокационные вопросы про быт и про то, что там с ними происходит. Ну, куда еще провокационнее, чем ипотека. О, да. Сегодня мы узнаем все подробности о покупке жилья. Популярна ли ипотека или проще арендовать жилье в этих странах? Юр, я предлагаю уже отправиться. Страшно интересно, и прямо сейчас отправляемся в нашу первую страну. Полетели. Первая страна, страна, которая называется Швеция. Я прям как Карлсон прямо сейчас врываюсь к Юлии Антоновой Андерсон, переводчик и преподаватель шведского языка. Юлия, здравствуйте. Добрый день. Ну и вопрос, а вот вы лично в Швеции сталкивались с таким понятием, как ипотека? Может быть, вы сами брали ипотеку или кто-то из наших ваших знакомых брал ипотеку? Как вообще там обстоят дела с этим? Лично я деньги не брала у банка, и связано это в первую очередь с тем, что банки достаточно придирчиво относятся к тем, кому можно дать деньги, кому нельзя дать деньги. Ну, скажем... прямо, да, человеку с российским паспортом первоначальным не так просто даже еще бывает открыть в шведском банке на сегодняшний день. Вот, так что уже не говоря об ипотеке, да, здесь под присмотром все. То есть сразу начинают банки выяснять, откуда у вас деньги. И вот такая история, как, допустим, я продала квартиру где-то на родине, приехала сюда, вот возьмите мои 100 миллионов, я хочу себе жилье. А вот такая история проходит крайне редко. Если еще несколько лет назад это было вполне возможно, то, конечно, потом начало все это усугубляться, всех стали подозревать в отмывании денег, неважно, из какой страны человек приезжает. Поэтому на сегодняшний день, даже если швед придет в банк и скажет, вот у меня есть 100 миллионов, хочу купить квартиру, на него посмотрят очень подозрительно, откуда у вас 100 миллионов. Объясните, предоставьте все справочки, да, вы продали какую-то предыдущую квартиру, машину, какое-то наследство получили, отчитались ли везде по налогам. То есть вот так вот, чтобы прийти с какой-то суммой и купить квартиру, здесь это не принято. Поэтому большинство квартир все равно покупается так или иначе в кредит, да, то есть ипотека. Но сразу скажу, поскольку существует достаточно много условий для тех, кто хочет взять ипотеку, и прежде всего это наличие хорошей работы, постоянной работы, то есть у вас должен быть долгосрочный контракт, а не так, что 3 года работаете, например, да, и вот у вас есть договор по работе на 3 года, пусть и с хорошей зарплатой. То есть у вас, скорее всего, должен быть договор бессрочный, да, что вы на постоянном месте работаете, и плюс у вас должна быть очень хорошая зарплата. Когда берут ипотеку, насколько там процентная ставка высокая, и как хорошо вы знаете, банки зарабатывают? По нашим меркам не очень высокая, то есть это где-то сейчас в районе 4-5%. Ух ты! Но надо понимать при этом, что и вклады не дают таких хороших процентов, как, например, в России, да, то есть в России вполне реально найти вклад, там, допустим, с 10% дохода. А здесь у вас будет 3-4 максимум процента. Это прям вот если вам очень повезет. То есть, по большому счету, да, вот деньги, если вы хотите приобрести дополнительный доход, то это, скорее всего, будут вложения в акции. Угу. Юлия, а вот скажите, популярна ли такая практика? Ну, например, занижать стоимость квартиры и показывать наименьшую стоимость. Так делают? Нет, здесь все делается через, скажем, риэлтора, да, и идет оценка квартиры, и дальше уже предлагается какая-то начальная стоимость, и большинство квартир будет продаваться через так называемый аукцион. То есть в какой-то момент организуется встреча всех желающих посмотреть квартиру, такие смотрины. Uh-huh. Вы приходите, смотрите, вам показывают, какие есть плюсы, минусы, да, недостатки обычно не скрывают, ну, прям уж если совсем явные, скажем так, да. Но, конечно, вы все равно можете запросить дополнительные документы. Например, если у вас есть подозрение, что вилла находится в каком-нибудь болотистом месте, скорее всего, там есть проблемы с влажностью, да, или вот с сыростью. Ну и вот тогда вы можете запросить дополнительные документы. Но в целом вот хозяин квартиры выставляет, назначает свою цену, но бывает так, что за эту цену никто не готов купить. И тогда через какое-то время эта цена начинает снижаться. То есть, допустим, мне квартиру эту выставили, предлагают ее купить за 10 миллионов. Я не готова 10 миллионов платить, я могу сказать, ну, за 7
допустим, да. Но, как правило, если квартира в нормальном состоянии, то вот эта вот первая озвученная стоимость, она все-таки покрывается, и дальше уже кто даст больше. Юлия, скажите, а есть ли вот налог? Да. Налог есть, если, например, человек в России, если владеешь 5 лет и уже продаешь потом, то, в принципе, налог ты не оплачиваешь. А как происходит с этим в Швеции? Нет, вы платите налог, потому что в любом случае это ваш доход. И, скорее всего, вы покупаете квартиру за меньшую сумму, чем потом ее продаете. Да, в этом, в общем-то, и смысл. Интересно. Так что налог будет. Причем у нас еще, знаете, какая интересная система. Если вы, например, решите приобрести вторую квартиру, это будет сделать довольно сложно. То есть государство, и банки в том числе, не хотят, чтобы вы скупили 10 квартир и потом сдавали их в собственность. Да? То есть хотят, чтобы все-таки одна семья или один человек, одна квартира. Поэтому на вторую квартиру будет совершенно другой налог, и на первую квартиру налог уже тоже может увеличиться. Юлия, вот все-таки интересно, а какой налог, если покупать вторую квартиру? А вот здесь я вам не подскажу, я знаю просто, что он будет больше совершенно точно, чем на первую квартиру. И не факт, что вам еще согласятся продать. Здесь вообще для того, чтобы вы купили новую квартиру, еще 100 раз проверят, кто вы такой, захотят ли вас принимать в эту новую квартиру. Да? То есть, а на первую квартиру какой налог, если даже вторую, ладно, бог бы с ней, это уже такой космос. У вас вопросы, да. Очень интересно про деньги, про цифры. Просто здесь-то в России, я понимаю, и вот квартира, вот налог, а тут прям другая страна, причем скандинавская и не дешевая, прямо скажем. Поэтому интересно понять. Смотрите, давайте начнем с того, сколько стоит примерно жилье. Да? Опять, это будет очень зависеть от муниципалитета, от того же, даже если мы говорим просто про Стокгольм, одно дело это в центре какая-то там двушечка, да, другое дело это где-то за пределами центра, это совершенно разные цены. Но в целом, в принципе, найти вот на сегодняшний день квартиру маленькую, где-то за 7-8 миллионов, то есть это где-то 700-800 тысяч евро, это нормально. И, как правило, когда вы покупаете квартиру, вы не платите всю сумму целиком, то есть вы вносите первоначальную стоимость, это примерно 10-15% от стоимости жилья. Все остальное вы берете в банке. И раньше у нас вообще была такая чудесная система, у нас вот эти вот долгосрочные ипотеки, долгосрочные кредиты были, которые можно было брать чуть ли не на 60-70 лет, то есть они такие бессрочные. Да, то есть вы каждый год платили только процент. И, конечно, грех не воспользоваться такой системой, да, то есть у тебя как бы жилье в собственности. Ну и понятно, если человек умирает раньше, то, конечно, его долги переходят потом его потомкам. Ипотека передается по наследству? Вот прям с языка вопрос сняли, ответили на него, да, классно. Смотрите, это не совсем ипотека, передается этот долг, да, потому что когда вы берете ипотеку, вы, по большому счету, берете долг у банка. Это можно детям такой сюрприз составить. И как только человек умирает, соответственно, его долги переходят на родственников. Как правило, конечно, если родственникам не нужна эта квартира, она просто продается. Если человек за столько лет не выплатил этот кредит, у родственников, скорее всего, уже что-то свое есть за это время. То есть вот такая система. Но в целом вот сейчас это немножко подужали. То есть сейчас уже, конечно, вот так вот на всю жизнь, да, как кредит вы вряд ли возьмете. То есть здесь будут некоторые ограничения. Но что еще интересно, если, например, в банке выросли вот эти вот ставки, вы имеете право перейти в другой банк. То есть вы можете сказать банку: так, если вы мне не сохраните процентную ставку, о которой мы, так сказать, договаривались, то я от вас ухожу, да, там будут небольшие штрафные санкции, но в целом я без особого ущерба для себя могу перейти в другой банк вот с этим своим долгом, так сказать, ипотечным. Да, очень интересно. Я прям даже задумался. Неожиданная такая система, да? Да, перейти в другой банк. Это, у меня муж в свое время так менял. Он брал кредит на жилье, он его до сих пор не выплатил, хотя жилье у него уже 15 лет, если не ошибаюсь. То есть он платит только вот эти проценты каждый год. И была ситуация, когда его банк сказал: вы знаете, вот у нас тут что-то изменилось, да, теперь мы хотим побольше процент. Он сказал: окей, тогда я просто ухожу в другой банк. Хорошо, я устал, я ухожу. Спасибо большое, Юлия Антонова Андерсен, переводчик, преподаватель шведского языка из Швеции. Мы про ипотеку шведскую более-менее начали понимать. Да.
Полетим вполне дальше. Себе ипотека. Встречаем Таиланд, Сергей Лето, искусствовед. Здравствуйте, Сергей. Добрый день, вечерняя Москва. Отлично. Мы сегодня говорим про популярность ипотеки. Вообще, кто берет, насколько и многие другие моменты по этому интересному событию, расскажите нам. Специально утром поговорил с тайцами. Ипотеки они берут редко. В основном только на бизнес. То есть, как бы, если там нужно развить какую-то компанию и так далее, в основном не так много. Если надо купить квартиру, я вот узнал, оказывается, у тайцев это получается 6-8% годовых. Если таец находится на государственной службе, это либо врач, либо преподаватель, даже учителя младших классов. Это работники научных институтов, какие-то муниципальные системы там и так далее, управление провинции и так далее, они имеют в два раза скидку ниже. Где-то примерно 3-4%. Я, насколько знаю, если у них очень высокого статуса человек, ну, к примеру, он работает там, есть такая у нас инстанция, называется управление Королевского дворца. То есть, как бы, он имеет право взять вообще без кредита машину себе, к примеру. Без процентов имеете в виду, да? В рассрочку получается? Имеете в виду 0%. Ну, кредит, но без процентов. Вот. А так тайцы редко берут, они редко берут проценты. Я вот, к примеру, я завтра беру, у меня, ну, как бы не хватает транспорта, у меня туристическая компания, я завтра беру себе еще один автобус большой. Вот, и просто вношу 400 тысяч бат, это где-то примерно около 1 200 000 рублей, да, то есть, как бы, если перевести. Вот. А дальше я плачу 3-4% в месяц, у меня будет кредит. А есть разница, Сергей? А вот вы берете машину или там автобус, транспорт, или вы покупаете квартиру, а процент будет разный? Например, процент за ипотеку, ну, вообще ипотека это на квартиру в любом случае, а то, что мы берем на другие нужды, это все-таки кредит. Вот эта ипотечная ставка, почему ее не берут? Что высокий процент или же все-таки не нужно и так жилье доступно без ипотеки? С чем связана непопулярность ипотеки? Непопулярность ипотеки, она связана с тем, что многие люди как бы думают, что тайцы бедные. На самом деле у тайцев нормально денег, то есть, как бы, они могут себе позволить и так все купить. Вот. А ипотека, ну, она в любом случае придется поплатить проценты. А процентная ставка, она зависит от того, сколько вы будете выплачивать. Если вы, допустим, там 10 рублей выплачиваете в месяц, это 1%. Если 50 рублей, это уже другой процент получается меньше. Вот и все. Все. На самом деле, я посмотрел, оказалось все практически точно так же, как в России. Единственное, что процентов меньше. Но вот у нас еще связано бум ипотеки и кредитование подобного, потому что у нас достаточно большой бум строительства. Даже если посмотреть по мегаполису, строят, хочу себе еще одну квартиру, вот, пожалуйста, ипотека на этапе котлована. Вот, в принципе, само по себе строительство и тип жилья, который так или иначе популярен в Таиланде, это большие небоскребы или же кто-то строит себе виллы, долгострой или так далее и тому подобное. Что популярно сейчас на рынке недвижимости в принципе в Таиланде? Но с долгостроем здесь нету, потому что строится все очень быстро. Вы не забывайте, что здесь как бы климат такой, что не надо делать какие-то там сооружения сложные, да, то есть, как бы, у нас там зима, лето и так далее, а здесь в Таиланде все время лето. Поэтому здания намного проще, то есть, как бы, их строить достаточно быстро. Вот. По поводу небоскребов и так далее. Да, Бангкок на самом деле застроен небоскребами до нельзя. Я когда-то жил в Нью-Йорке, а сейчас здесь живу, и здесь небоскребов еще больше просто. Намного. Вот. Нет, здесь нет такой проблемы. То есть, как бы, жилье здесь купить достаточно легко, даже иностранцу. А нужно какие-то подтверждения, откуда деньги, что-то ты, вот как, например, в России, в Швеции, что только что мы узнали? Сейчас объясню, да. Я думаю, вы имеете в виду вопрос с иностранцами.
Даже здесь, в принципе. Здесь по законодательству Таиланда 51% должен принадлежать тайцу, 49% иностранцу. Но некоторые не понимают. Дело в том, что строится здание, к примеру, да, дом построили, в нем 100 квартир. Да? Вот 51 квартира – это должны купить тайцы, 49 – это могут купить иностранцы. И они являются именно хозяевами. Вы получаете чинот, полное разрешение на проживание, никаких проблем нет. Угу. Сергей, а если берут ипотеку, то какая возрастная группа? Кто вообще? Может быть, больше предприниматели, люди семейные? Потому что если примерно как в России, значит, есть какие-то льготы, ниже проценты. Вот если поподробнее, есть возможность сказать, скажите? Нет, здесь в плане покупки никаких льгот нету, за исключением того, что у меня вот компания уже 19 лет здесь существует. Я, естественно, могу легче взять кредит, чем человек, который приехал там позавчера, грубо говоря. Понятное дело, что мне кредит дадут быстрее. Вот. А так возрастных нет. По поводу виз, да, есть такая фишка, кстати говоря, я не знаю, может быть, это не совсем тема, но вам будет интересно. Только россиянам, единственная страна, которым дают сейчас визы на 90 дней и штамп вот этот вот borderline, да, то есть как бы можно делать неограниченное количество раз. Плюс ко всему, если вам 50 лет, вы можете показать документы о том, что у вас есть пенсия, и вы получаете визу тоже, и живете здесь спокойно. Так мне недолго осталось, я готовлюсь. 50 лет, в 50 лет у тебя еще не будет пенсии. Я что-нибудь придумаю обязательно, у меня будет 50 лет пенсии, и я поеду в Таиланд на 90 дней, точно. Такие вот. Ну, мне пару лет осталось, я уже здесь. Отлично, это такая приятная, позитивная радость у мужчин, когда они ждут свои 50. На самом деле здесь визы ставятся легко, и студенческие, и так далее. Единственное, я не могу получить студенческую визу, потому что я бывший преподаватель университета. Да. О, ну вот все. Спасибо, я Сергей. Там... Это Сергей с нами был, Сергей Лето. Еще одно путешествие. Прямо сейчас отправляемся в Объединенные Арабские Эмираты. С нами на связи Эльвин Гурбанов, основатель агентства недвижимости Эльстейт. Эльвин, здравствуйте. Добрый день, рад вас опять слышать снова. Очень приятно. Ну и вопрос, конечно, про ипотеку. Уж что-что, Арабские Эмираты небоскребами богато, жилья много, и подозреваю, что жилье достаточно дорогое. Вот здесь вот с вами-то точно будем обсуждать вопрос с ипотеки достаточно подробно. Как обстоят дела с ипотекой? Кому дают? Какая процентная ставка? Разрешено ли брать ипотеку, ну вот, пожалуйста, давайте прямолинейно, русским? Расскажите. Да, давайте с вами начнем с того, что ипотеку нужно брать, и сейчас ипотека в Арабских Эмиратах очень популярна, потому что люди поняли, что процентная ставка по ипотеке всего лишь от 2,5 до 5%, чаще всего в среднем это 3,5-4%. Далее дают ипотеку с 21 до 65 лет. Чаще всего дают ипотеку людям, которые работают в найме. Угу. Так как, если ты работаешь в найме, у тебя 100% платят зарплату. А если ты собственник бизнеса, допустим, я, вот мне сложнее взять ипотеку, чем любому моему сотруднику, который у меня проработал от полугода. Потому что на собственников бизнеса смотрят плохо, потому что я могу все свои деньги не себе оставлять, а опять на компанию тратить, на бизнес и так далее, вкладывать. И поэтому обязательно те люди, которые открывают на себя компанию и думают, ага, я сейчас открыл компанию, и в течение там, полугода я себе возьму ипотеку. У вас это не получится сделать. Все люди, у которых есть компания в Арабских Эмиратах, вы не сможете получить ипотеку в течение минимум 2 лет. Это нужно понимать. Через 2 года вас попросят представить все доходы ваши, все расходы, и после проверки только, может быть, вам что-то дадут. Но если вы просто сотрудник, который проработал всего лишь 6 месяцев, то вы можете рассчитывать уже на ипотеку. Вы представляете, что каждый человек может рассчитывать на ипотеку по ставке 4%. И никакие льготы не требуются. А есть ли какие-то льготные ипотеки в Арабских Эмиратах? 4% уже есть, вы еще льготы хотите? Да, смотрите. Давайте с вами начнем с того, что курс дирхама приравнен к... Курс дирхама не меняется по отношению к доллару. То есть если вы зарабатываете в дирхамах, вы зарабатываете в долларе.
Инфляция в Арабских Эмиратах сейчас составляет около 3-4% годовых. Вы получаете ипотеку по 3-4%. Льготы есть только для местного населения, то есть для тех людей, у которых есть паспорт. Допустим, у Павла, у Паши Дурова тоже уже есть паспорт Арабских Эмиратов, и он может рассчитывать на льготы. Когда у него родится ребенок, ему еще дадут 100 тысяч долларов, его ребенку. Это ему поможет, что касается, да? Подъемные прям. Подъемная будет сумма. Да, льгот никаких нету для иностранцев. Легко доказать. Как доказать вообще русскому человеку, что не имея гражданства в Арабских Эмиратах и не имея вид на жительство, как получить ипотеку? Вы просто должны доказать о том, что у вас есть доход в другой стране. Это в России, либо любая другая страна, это справка с работы и банковский счет. То есть два НДФЛ, из Москвы, и я, говорит, все, могу взять ипотеку. Ну, не два НДФЛ, а просто справка с работы. Два НДФЛ, они не понимают, что это такое, у них такого просто... Я Юра Катков, работаю на канале «Вечерняя Москва», у меня доход, дайте, пожалуйста, мне ипотеку в Дубае, хочу себе 50 квадратных метров. Да, и выписка с банковского счета на английском языке, все должно быть на английском языке. И что у меня есть 50 миллионов долларов? Кстати, про деньги. Сколько процентов от стоимости недвижимости нужно внести, чтобы получить ипотеку? Вот, кстати, первоначальный платеж. Да, да. Давайте так сделаем. Если вы являетесь резидентом и у вас есть заработная плата в Эмиратах, то в зависимости от вашей банковской истории, от вашей банковской истории зависит процент. А начинается с 20%. То есть если у вас уже есть 20-30%, то вы можете рассчитывать на ипотеку. Но, конечно, все зависит от того, какая у вас зарплата. Если у вас там зарплата 1 000 000 рублей, к примеру, да, если конвертируем в рубли, то вы можете получить там определенную сумму ипотеки, потому что есть ежемесячные платежи. Ипотека до 25 лет дается максимум, и по 4% годовых на все 25 лет, мне кажется, зная, что инфляция в мире больше, да, даже в долларах инфляция больше, то это очень, это практически бесплатные деньги, вот так скажу. Да, бесплатные, но стоимость недвижимости в Арабских Эмиратах весьма высокая. А что будет непосредственно с недвижимостью, если человек теряет свою платежеспособность и больше не может отвечать по обязательствам ипотеки? Ага, смотрите, во-первых, начнем с того, что в Арабских Эмиратах недорогое жилье. Если сравнивать его Арабские Эмираты с Москвой, то до Москвы еще далеко. Сейчас только из-за того, что курс рубля упал, то стоимость за квадратный метр в Арабских Эмиратах приблизился к Москве. А если мы вспомним, какой курс был там 60, то в Арабских Эмиратах практически в два раза цена за квадратный метр дешевле, чем в столице России. Это что касается... В Москве 200-300 тысяч рублей, но там где-то ближе к центру уже 400 тысяч рублей за квадратный метр. Не-не-не-не-не-не-не-не. У третьего кольца в Москве, мы в Москве тоже продаем, может быть, вы найдете за 400 тысяч рублей. Все, что внутри третьего кольца, да, это 450 плюс. Юра просто давно не приобретал недвижимость. Ну, я человек простой, я живу за третьим транспортным кольцом, поэтому, ну, и так вот, 200-300, ну, 300. Ну, третье 400. Транспортное кольцо есть за это, вы, может быть, живете на Рублевке, поэтому не знаете, сколько стоит, как там живут москвичи, потому что вы на Рублевке. А так в Дубае, да, адекватные цены на непосредственно недвижимость. У вас был еще второй вопрос, извините, я забыл. Вот кроме стоимости недвижимости... Ну вот все-таки, сколько стоит квадратный метр в Дубае? От 2500 долларов. Если вспомнить, что курс рубля был 50-60, то это совсем немного. Какие были времена! Эх. Жилье в Дубае стоило копейки. Эллен, скажите, можно ли ипотеку в наследство передать? И нет, ипотеку нельзя передавать никому. Вы сами должны оплачивать, да, непосредственно ипотеку. Конечно, за вас может оплачивать другой человек. В Арабских Эмиратах это никто не исключает. Вы можете быть красивой девушкой, а за вас может платить ваш парень. Это не запрещает закон. Понятно. Я просто услышал, вы говорили, что можно брать ипотеку вплоть до 61 года, плюс еще 25 лет. До 65 лет. До 65 лет, и еще 25. В найме.
до 65, нет, 65 у вас должна заканчиваться ипотека. А, все, да. Если вы работаете в найме, а 70 лет вам может быть, если вы бизнесмен, ну, если у вас собственный бизнес. Все, знаем теперь про недвижимость и про ипотеку в Объединенных Арабских Эмиратах. Эльвин Гурбанов, основатель агентства недвижимости Estate. Ну, мне вот стало, прямо скажем, интересно. То есть после такого вот общения, когда взвесил все за и против, понимаешь, что даже в Москве ипотека не так... Страшна? Не то, что страшна. Наоборот, вот в Дубае даже интереснее. Вот инвестиции в недвижимость в другой стране можно рассмотреть. Ну, всего есть еще подводные камни, поэтому для того, чтобы приобретать недвижимость, нужно изучить тщательно и договор, не только ипотечный, да, а, конечно, еще договор с застройщиком, договор с продавцом, чтобы не попасть... Неприятная ситуация. Есть еще такой момент, что просто хочу в Дубай жить навсегда. Почему бы и нет? Это Татьяна Сергеева. Это был Юрий Катков с мечтой о Дубае. Перекличка столицы, вечерняя Москва. Мы увидимся.